В Донецке поймали угонщицу авто. Женщина работала гувернанткой в Броварах, украла машину своих работодателей. Сотрудники ГАИ Донецка задержали ее на привокзальной площади в понедельник вечером. Увидели транспортное средство, номерные знаки, которые принадлежат, которые числятся в угоне. Автомобиль был остановлен. В процессе разбирательства было выяснено, что женщина, которая управляет транспортным средством и являлась угонщицей этого транспортного средства –